мы уже занимаемся не первый урок. Еще раз, пожалуйста, напомните, что вы уже можете найти с помощью производной. На какие вопросы ответить с помощью производной? Пожалуйста, Артем. Промежутки возрастами бывания. Промежутки возрастами бывания еще. Пожалуйста, Лев. Точки экстремума. Точки экстремума. А что такое точки экстремума? Какие точки экстремума бывают? Точки максимума, точки минимума. Точки максимума, точки минимума. И еще что-то можете? Производная нанобилка. Так, это что такое производная? А, стационарные точки. Это стационарные точки? Отлично. Так вот, для того, чтобы нам с вами выяснить, какой класс задач еще можно решать с использованием производной, рассмотрим несколько графиков. Итак, посмотрите, все три графика представлены здесь у вас на слайде. Обратите внимание, что на трех рисунках изображены графики различных функций. Остановимся поподробнее на каждом графике. Итак, посмотрите. Первая функция, она задана на всей числовой прямой и выделен некоторый отрезок от А до Б. Значит, задаю вопросы. Скажите, по виду функции, по виду графика, вы можете определить, что это за функция? Тимофей? Это линейная функция. Это линейная функция. А скажите, каким уравнением задается линейная функция? Kx плюс b. Kx плюс b, отлично. Итак, назовите промежутки монотонности. Тимофей. Убывает на все области определения. Отлично. А какая у него область определения? От минус бесконечности до плюс бесконечности. Хорошо. Назовите точки экстремума. О чем? Точек экстремума нет. Точек экстремума нет. Назовите ее наибольшее значение на отрезке АБ. Наибольшее значение на отрезке АБ. F от А. Это F от А, отлично. Вот здесь F от А находится. Дальше назовите наименьшее значение на отрезке от А до Б. Максим? F от B. Это F от B. Вот здесь оно будет находиться. Скажите, пожалуйста, а если у нас с вами функция задана аналитически, например, вот такая. Y равен 105x плюс 207. И известен отрезок от минус 10 до 1. Можете назвать, где будет принимать функция, в какой точке наибольшее значение, в какой наименьшее значение? Пожалуйста, Настя. Ну, в точке минус 10 функция будет принимать наименьшее значение. Так. В точке 1 будет принимать наибольшее. А почему? Потому что функция возрастает на все области определения. Функция возрастает на все области определения. Почему возрастает? Потому что... 105. Положительный. Старший. Да, положительный. Потому что старший коэффициент положительный. Итак, посмотрите, у нас зависит от коэффициента. Коэффициент 105, число положительное. Значит, y от минус 10, вы сказали, наименьшее, y от 1 наибольшее. То есть получается, что линейная функция, заданная графически, мы смогли найти на нее, для нее наибольшее, наименьшее значение на отрезке АВ, и линейная функция задана аналитически, мы тоже для нее смогли найти. Так вот, пожалуйста, мне подытожьте, как найти для линейной функции наибольшее, наименьшее значение. Где они достигаются? В каких точках? Минимум-максимум. А где здесь точки минимум-максимум? Мы вроде бы с этого начали, Артем сказал. На концах отрезка. Отлично. Итак, давайте еще раз, да? Значит, посмотрите. Здесь мы с вами получили наибольшее значение f от A, наименьшее f от B на отрезке от A до B. Точки A и B являются... Еще раз, Олег. Концами отрезка. Здесь, посмотрите, вы сами назвали, что наименьшее значение это y от минус 10, наибольшее значение это y от 1. Чем являются эти числа? Концами отрезка. Концами отрезка. Так, давайте вот сюда посмотрим. Прочтите. Вы согласны с этим утверждением? Да. Мы сейчас к нему с вами пришли? Давайте рассмотрим следующую функцию. Итак, посмотрите, функция задана как? Кусочная.
Как? Графически. А что это за функция? Что это за функция? Тимофей. АХ квадрат плюс БХ плюс С. Квадратичная. Квадратичная, отлично. А чем она отличается от предыдущей? Ну, она не монотонна, все после определения имеет точку экстрема. Отлично. Итак, давайте назовем промежутки возрастания бывания функции. Соня. Функция убывает от А до 1. Да, из нулевого. И от x нулевого до b она возрастает. Ну, а вот здесь она... Что делает? Тоже убывает. От минус бывает от минус бесконечности до x нулевого, и от x нулевого до плюс бесконечности. Что делает? Возрастает. Что про концы ты мне скажешь, этих промежутков? Чай. Можно я? Пожалуйста, Максим. Функция бывает... На промежутке от минус бесконечности до x нулевого включая, и возрастает от x нулевого до плюс бесконечности x нулевого включая. Отлично. Назовите точки экстремума. Точки экстремума. Тимофей. X нулевого — это точка минимума. Это точка минимума. Сколько здесь точек экстремума? Одна точка экстремума. Одна из точек экстремума. Назовите, в какой точке достигается наибольшее значение функции на отрезке АВ. Наибольшее. Юля. Это да. Это f от а, посмотрите, пожалуйста. Наименьшее. Наименьшее. Максим. F от b. Посмотрите, f от b наименьшее значение. И f от x. Итак, пожалуйста, Юля. F от x нулевое. Это f от x нулевое. Итак, посмотрите, как расположены эти точки по отношению к отрезку AB. Чем является а, чем является x нулевое. А и Б являются концами, х и нулевой принадлежит отрезку АВ. Итак, посмотрите, значит, у нас наибольшее значение достигается на конце, все верно. Х нулевое расположено внутри этого отрезка. Отлично. Скажите, пожалуйста, для такой функции мы могли найти наибольшее и наименьшее значение, не видя перед собой графика, имея только аналитическую запись? Как? Ну, найти вершину. Так, найти координаты вершины. Ну и что там отрезки, концы отрезки есть? Ну, отрезок есть. Посмотреть, входит ли она в этот отрезок или нет. Так, отлично, дальше. Ну, если она входит, то она будет являться вершиной. Но она будет являться вершиной, она наибольшая, наименьшая. Но если она входит, то она будет, получается, наименьшая. В этой точке будет наименьшее. Можно еще узнать, куда ветви направлены. Отлично. В зависимости от ветвей. Давай, Тимофей. Да. Если ветви направлены вверх. Значит, вершина будет что? Минимумом. Точка минимума, и в ней будет достигаться какое значение? Наименьшее значение. Наименьшее значение. А где тогда будет наибольшее? В одном из угловых коэффициентов. В одном из концов. Из концов. Из концов. В одном из концов отрезка. Если ветви параболы будут направлены вниз, Маша. То в точке x нулевой будет достигаться наибольшее значение. Отлично. Скажите, а в каком из концов будет наименьшее значение? Как это узнать? Тот, который по модулю. Ой. Тот, который дальше удален от x нулевой точки. А как ты это будешь определять? Ну или можно просто посчитать и... Как посчитать? Подставить. Подставить, то есть формулу, да, если функция задана аналитически, мы можем подставить значение А и Б и посчитать. Хорошо, итак, давайте некоторый вывод сделаем по этому рисунку. Как здесь найти наибольшее и наименьшее значение, если функция задана аналитически или графически? Где расположено наибольшее и наименьшее значение? Юля. Ну, сначала нужно посмотреть, куда направлены ветви. Потом мы находим вершину. Определяем, точкой минимума или точкой максимума она является. И после этого подставляем в конце отрезка, чтобы определить точки минимума или точки максимума, что является наибольшей. Скажите, пожалуйста, а вот точка минимума, точка максимума, нам очень необходимо это знать? Нет. В принципе, нет. Мы же проговорили, что ветви... Рассматриваем, куда направлен или нет? Да, сам рассматриваем. Так там точка минимума, точка максимума важно знать?
У нас вершина есть. У нас есть вершина. Итак, давайте посмотрим. Юля, ты согласна, что да. ты нечто подобное нам тоже дала? А что, если вот вершина параболы не входит в этот промежуток? Отличный вопрос. А что, если вершина параболы не входит в этот промежуток? Где будет достигаться наибольшее, наименьшее значение? На концах. На концах. На концах отрезка. А как определить, какое наибольшее, подставить. Какое наименьшее? Подставить. Юля, еще раз. Подставить. Подставить. Мы ответили на твой вопрос? Хорошо. Итак. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а есть еще такие функции, для которых мы можем найти наибольшее и наименьшее значение на отрезке, не имея графика? Квадратный корень, наверное. Y равный корень из X. Хорошо. Еще. Вот. Y равный из X, третий. Отлично, логическое. Модуль X. Так, модуль X. Ну, в принципе, наверное, да. Можем. Ну, хорошо, пусть будет это достаточно. Значит, то есть, в принципе, есть функции, для которых, имея те знания, которые у нас 7 класса накопились о функции, мы можем ответить на вопрос, где находится наибольшее значение на отрезке, где находится наименьшее. Давайте посмотрим на последний рисунок, третий. Итак, посмотрите, чем отличается от предыдущих двух рисунков рисунок третий. Тимофей. Этот график имеет начало и конец, не включенные точки. Ну, у нас есть здесь... Ну, вот определение от минус 2 до 11, не включая концы. Хорошо, еще. Ну, эта функция, она смешанная. Ну. Юля, сколько точек максимума и минимума? Посмотрите, здесь есть несколько точек максимума и минимума. Хорошо, еще. Она не монотонна. Она не монотонна, отлично. Итак, давайте ответим на те же самые вопросы. Назовите, пожалуйста, промежутки возрастания функции. Промежутки возрастания. Даша. Функция y равная под x возрастает на промежутке от минус 2 до x 1, да. Потом от x 2 до x 3. И про концы не забываем. Концы получаем. Так, кроме минус 2, да? Кроме минус 2. И от x 5 до 11, 11 не включаем. От x 5 до 11. А назовите промежутки убывания. Промежутки убывания. Игорь. От x1 до x2 концы включаем. Так. А от x3 до x4 концы включаем. И от x4 то есть вот здесь она... до x5. Ну, то есть от x3 до x5. Итак, все-таки последние вот здесь, да? Вот она убывает везде. Назовите, пожалуйста, сколько здесь точек экстремума? Сколько точек экстремума? Тимофей. 4 точки экстремума. Так, почему 4 точки экстремума, Соня? Маша. Потому что точка x4 это точка перегиба. Это точка перегиба. Итак, назовите, пожалуйста, наибольшее значение на отрезке от А до Б. Тимофей. F от x3. Смотрите, на отрезке от А до Б наибольшее значение это f от x3. Хорошо. Назовите на отрезке от А до Б наименьшее значение функции. Наименьшее значение. Максим. F от x2. Итак, от А до Б. Это будет f от x2, да? Смотрите, вот здесь. А не сомневаетесь? А я... Может быть f от b? А как уточнить? Подставить, если у нас будет формула, да? Формула. Но здесь, если посмотреть внимательно, то все-таки f от x2 будет наименьшим значением. Скажите, как расположены точки x2 и x3 по отношению к отрезку от А до Б? Внутри отрезка Б. Они лежат внутри этого отрезка. Итак, давайте здесь попытаемся сделать вывод, в каких точках функция достигает наибольшее и наименьшее значение на отрезке от А до Б. Маша. В точке x3 достигает наибольшее значение.
Понятно. А что это за точки? Как они расположены? Как они называются? Мы же обо всем про это поговорили. Точка максимума. Еще? Точки экстремума. В точках экстремума. Причем эти точки экстремума, они лежат где? Внутри этого отрезка от А до Б. А еще как назвать эти точки экстремума, кроме точек экстремума? Какие это еще точки? Стационарные точки. Итак, давайте еще раз проговорим. Еще раз посмотрите, пожалуйста. У нас с вами наибольшее и наименьшее значение для функции на отрезке А и В достигается где, Соня? В стационарных точках. Итак, давайте посмотрим. Согласны? Итак, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а если бы вот функция y равная f от x, которая была представлена на рисунке третьем, была задана аналитически, вы смогли бы ответить на вопрос? Нет. Что вам для этого нужно узнать? Точки минимума. Опять. Что для этого нужно узнать? Стационарные точки. Стационарные точки. Отлично. Тогда скажите. Мы вот здесь с вами о трех функциях, о трех графиках, о трех картинках поговорили, многое чего проговорили. Вот с учетом всего вышесказанного, как вы думаете, какой класс задач с помощью производной мы еще не исследовали? Какой вопрос мы должны сейчас для себя поставить? Нахождение наибольших, наименьших значений. Чего? А функции. Где? На отрезке. На отрезке. Все вместе, пожалуйста. Скажи, Максим, еще раз. Нахождение наибольших и наименьших значений на отрезке. Функции на отрезке. Как? Просто так? Через производную. С использованием производной. Итак, посмотрите. То есть вопрос у нас какой с вами стоит? Как найти наибольшее и наименьшее значение функции с использованием производной? Скажите, для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, какие цели мы можем поставить? Тимофей. Наверное, чем могут быть связаны точки наибольшее значение функции, наименьшее значение функции с производной? То есть, как связаны, да? Да. Как связаны. Так, как связаны. Угу. Еще. То есть, это ты вопрос ставишь или цель? Если цель, то надо сказать какими словами? Узнать. Ну, узнать, да, выяснить. Еще. Ну. Научиться применять производную для нахождения наибольших и меньших. Угу. То есть надо научиться за один урок мы сможем? Нет, научиться. Учиться. Угу, отлично. Учиться. Учиться. Применять производную. Ну, наверное, для того, чтобы учиться применять производную в нахождении наибольшего и наименьшего значения, нужно еще что иметь? Вспомнить прошлый материал. Отлично, мы немножко вроде как бы вспомнили уже еще. Ну, чтобы применять, надо что иметь? И график. Или функцию саму. Или функцию заданную аналитически, или графически, еще. Мы цель себе ставим. Еще. Деньги стационарные. Я не знаю. Хорошо такие, да? Отличная мысль. Цель мы ставим себе. Ну да, это цель. Вот, да, отлично. Еще. Ну, наверное, нам нужен какой-то план, какая-то схема, какое-то правило. Алгоритм. Так ведь? То есть мы с вами знаем правила нахождения? Нет. Нет. Так вот его нам как раз нужно что сделать? Найти. Найти это правило, а затем что делать? Учиться применять. Итак, давайте посмотрим еще раз. Значит, итак, посмотрите. Основной вопрос для нас до конца сегодняшнего урока – это как найти наибольшее и наименьшее значение
непрерывная функция на промежутке с помощью производной. Давайте дальше про цели. Вот мы с вами выучили их, давайте посмотрим. Итак, посмотрите. Согласны? Согласны? Дальше. Да. Мы это да. проговорили, да. вот такую цель себе поставили. Да. Еще. Согласны. Значит, итак, для того, чтобы достичь этой цели, значит, я предлагаю с вами вам поработать в группах. Начну мы с вами заранее сели в эти группы. Посмотрите, в каждой группе назначаю координатора. Координатором первой группы является Артем Бережной, координатором второй группы является Максим Пушкин, координатором третьей группы является Юлия Тютерева и координатором четвертой группы является Анастасия Турчиновская. Значит, итак, ребята, прежде чем вот я вам сейчас раздам задание, мне хотелось бы, чтобы вы в группе обговорили, это задание будете вы выполнять каким образом в группе. Давайте минутку обговаривайте. Да не решаю все. Как мы можем создать задание, если мы не знаем? Я пошу. Хороший вопрос. Мне важно, какой. Ты будешь его сам делать, потом в группе обсуждать? Или сразу в группе? Надо посмотреть задание, сразу же. Хорошо, отлично. Итак, по просьбе Вани. Я открываю задание. Итак, давайте смотреть. Первая группа. Посмотрите, дана функция. Дан отрезок. Нужно найти наибольшее, наименьшее значение. Вторая группа. Посмотрите. Дана та же самая функция, но другой отрезок. Нужно найти наибольшее, наименьшее значение. Третья группа. Дана функция. Другой отрезок. Нужно найти наибольшее, наименьшее значение функции на этом отрезке. И последняя группа. Опять та же самая функция, но другой отрезок. Итак, пожалуйста, от группы. Максим, как вы в группе будете работать? Важно. Ну, это что значит? Расшифруй для нас. Командная работа. В команде. То есть вы все вместе решаете. Юля? В команде. В команде. У вас? Тоже в команде. У вас? Отлично. Посмотрим, какой будет результат. Итак, ребята, на самом деле, вот к настоящему моменту мы много чего проговорили. Да? Но для того, чтобы вы себя чувствовали поувереннее, я разрешаю, да, вам и предлагаю пользоваться некоторыми ресурсами. Какими ресурсами? Ну, во-первых, вы можете использовать свой любимый ресурс сети интернет. Во-вторых, вы можете использовать наш с вами учебник. В-третьих, вот здесь у меня есть на столе пару справочников, вы можете ими воспользоваться. И последнее, вы можете выполнять самостоятельно. Значит, на работу, я сейчас верну вам задание. Вам отводится 7 минут. За эти 7 минут вы должны выполнить задание, предложить некую схему, да, по какой вы делали это задание, и написать решение на доске. На работу вам 7 минут. Потом я расскажу, по какой форме будем выслушивать каждую группу. Итак, время сверили. В группе, пожалуйста, наблюдайте за временем тоже, чтобы вы уложились в это время. То есть вы решили использовать ресурс учебник. Вы каким ресурсом решите? Да, у вас первый ресурс сети интернет. Ну, я давайте
вы самостоятельно, да, не опираясь ни на какой ресурс. Сравниваешь с нулем? Нет, и корни уравнения приведут к ценарной точке. Одно и то же. Проверим, 15, 5, 10, минус 15, то есть правильно было? 3, 9, плюс сколько? 6, минус 15, все правильно. Тоже правильно. Так, второе. Зелень? Ну, хорошо, потом. Так, экспозиционная точка, узнай, это минимум или максимум? Да, надо определить монотонность. Да, монотонность. Получается, подставляем, если равняется 0, нормально. В произвольную, если равняется 0, то 0, 0, минус 15, минус 15, следовательно, значение только это кстати. Минус плюс на определенную. Нет, лучше подставить. Да, если подставляем 0, подставляем 0, 0, минус 15. Минус 15, значит, только отрицательно. Представляем сюда 14. 16 плюс 8, минус 15, положительное. Вот это минус 6. 36 минус 12, минус 15, 36 минус 27, положительное. Ой, да ладно. Определим. Так, значит, вот этот минимум, вот это максимум, вот это минимум. У нас какое? От минус 6 промежуток до 0. Вот он. Значит, максимум будет достигаться в точке минус x, x равен минус 5. А минимум в, один из этих, в одной из этих точек получается. Это получается мы должны... Минимум. Надо подставить. Да, мы должны, мы поставляем минус 6 и поставляем 0. Получается, поставляем 0 в квадрате. Функцию нужно поставить, потому что мы не можем функцию выжить. Получается, 3 умножить на 0 в квадрате плюс... А, нет, производное я нахожу. 0 в третьей плюс 3 умножить на 0 в квадрате минус 45 умножить на 0 минус 2 равно 2. О, минус 2. Минус 2. Получается, что у нас потом? Минус 6 поставляем. 6 минус 6 в третьей плюс 3 умножить на минус 6 в квадрате минус 45 умножить на минус 6. Минус 2. Так, 36 умножить на 6, сколько? 6, 3, 18, 21, правильно? Ну да. 21. Так у меня есть калькулятор. Плюс 30. 36 умножаем на 3, 8, 1, 100, 100, да, 108, плюс 40, 45 умножаем на 6, 0, 0, 270, 270 плюс, да, плюс 270 минус 2. Так, ну тут, ну, тут по-любому уже 0 меньше, потому что тут минус 10. Давай посчитаем, потому что все равно надо что-то. Ну ладно, давай, минус, минус 216 плюс 108 плюс 270. А у нас минус. Что ты будешь делать? Где тут минус? В смысле? Просто минус и равно. Да, минус. Короче, 108 минус 216. Минус 2 плюс 270. 2 плюс 160. 160, ну вот. Так, это получается максимум x макс равняется минус 5 и x мин равно 0. Значит, мы решили. Все. Да. Получается, алгоритм. Во-первых, находим производную, во-вторых, находим стационарные точки, определяем их вид, определяем, какие стационарные точки находятся в отрезке, получается. И получается, находим, если одна стационарная точка, только максимум, то находим
максимум, а минимум является на концах отрезка. Угу. А если две стационарные точки, то один максимум. Если две стационарные точки максимум и минимум, то максимум находится в максимум, а минимум в минимум. Мила Анатольевна, проверьте. Находим из конца, из концов. Из концов и стационарной точки. И что там самое наибольшее, то наибольшее. Что самое наибольшее? А, ну понятно. Ой. Не меньше. А, ну да. Стандартный проходит, да? Да, стандартный, который ходит, это такой. Да, минус 5 у нас не входит. Минус 5 нет, не входит. Поэтому заходим по 3. Получается, на минусе. Подставили, посчитали. Все, я понял. Даже покрупнее чуть-чуть. Спасибо. И поживее. Подожди, я просто, допустим, если мы ходили по... Вы думаете, какова будет та самая схема, по которой вы находили наибольшее, наименьшее значение? Итак, пожалуйста, Настя, если я начну с вашей группы. Кто у вас будет отвечать? Пожалуйста, Ваня. Итак, пожалуйста, Ваня, пошли. Значит, с какой целью? Вставай. Подходи. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, с какой целью было предложено это задание? Чтобы мы научились решать такие задачи. Ну, какие такие? Ну, нахождение наибольшего или меньшего значения функции при помощи производной. Хорошо, давайте. Хорошо. Давайте, что вы делали? Ну, мы сначала нашли область определения. Так. Так, без бесконечности, до плюс бесконечности. Потом мы нашли производную. И она равна 3х квадрат плюс 6х минус 45. Приравняли к нулю, нашли стационарные точки. Потом выяснилось, что одна из точек не подходит к заданному отрезку. Ну, потом проверили, как подставили f от 3, вот, получили наименьшее значение, что оказалось. Проверили значение в начале отрезка или в конце отрезка. Хорошо. И выбрали, да? Получили наименьшее значение. Минус 83, а наиболее 52. 52. Пожалуйста, схему кто-то другой представит? Садись, Ваня. По какой схеме? Сначала надо найти производную. Давай. Первый шаг. Первый шаг, это нужно найти производную. Так. Второй, приравнять ее к нулю и
найти стационарные точки и третьим шагом проверить эти точки. Как проверить? Ну, поставить их в начальную функцию и найти. Так, подождите, вот вы нашли две точки, 3 и минус 5. Вы все подставляли? Ну, значит, нужно еще определить, входят ли эти точки в отрезки. Входят или не входят? Итак, посмотрите, присаживайся. То есть получилось, что на примере вот этой частной задачи вы сделали вот такой общий вывод. Вот такую представили нам схему. Дальше, пожалуйста, Максим, у вас кто идет отвечать? Да. Пожалуйста. Как ты думаешь, с какой целью было предложено это задание? Данная задача была предложена с целью научиться находить y наибольшее, y наименьшее на каком-то промежутке. Угу, пожалуйста. Ну, алгоритм аналогичный, набрана функция и промежуток, на который нужно найти y наибольшее и наименьшее. Первое, что мы делаем, мы находим производную данной функции, она равняется 3 в квадрат плюс 6x минус 45. А вторым шагом мы находим стационарные точки. После нахождения стационарных точек мы выбираем из предложенных ответов те, которые нас удовлетворяют. После этого мы представляем наши ответы в основную функцию и выбираем y наибольшее, y наименьшее. Ну, нашей задачей ответом будет являться наибольшее значение будет f от 6, которое равняется 52, и f от 3 будет наименьшим, а равняется минус 73. Угу. Скажи, пожалуйста, Максим, вы каким ресурсом пользовались? Мы пользовались ресурсом калькулятор и учебник. Учебник, свой учебник использовали. Хорошо, садись. Итак, пожалуйста, сюда. Кто у вас отвечает? Я вам сейчас скажу, с какой целью было предложено задание и как вы работаете. Мне кажется, что нам это было предложено для того, чтобы мы более глубоко прониклись данной темой, поработали с мозгом, чтобы для себя составить график, потому что тогда нам будет понятнее, что же мы вообще делаем. Но нам дана была такая функция и такой отрезок. Для начала мы нашли производную. Вот у нас такое значение получилось. Дальше у нас дискриминант. Нашли две точки. Одна из точек подошла к промежутку, другая нет. Теперь мы точки начала, конца отрезка и точка, которая вошла в этот отрезок, мы их подставили. У нас получились некоторые значения. И получилось, что точкой 3х равно 6 у нас наибольшее значение, то есть равно 52. При x равно 3 наименьшее значение, равно минус 83. Так. У нас получился вот такой алгоритм, где первым пунктом мы находим производную, вторым мы находим стационарные точки. Потом проверяем, входят ли стационарные точки в данный отрезок. Так. И уже в конце отрезка и точки, если мы нашли, и точки входят в отрезок, мы все это подставляем и, собственно, уже находим. Хорошо, отлично. Спасибо, Юля. Скажи, пожалуйста, вы каким ресурсом пользовались? Мозгом. То есть вы выполняли самостоятельно. Хорошо. Ну, вот, ребята, тем не менее, у нас три группы отчитались, последние. Пожалуйста, кто? По ходу сразу проговаривает и записывает. Я считаю, что целью этой работы было это. На случай тех. Тех вариантах, когда мы встречаем задания, которые мы не знаем, как решать, и с помощью логических умозаключений мы могли сами вычислить алгоритм, по которому его делать. Хорошо. Первый пункт нашего алгоритма – это найти производную функцию. Мы находим производную функцию. Во-вторых, найти стационарные точки. Мы нашли это стационарные точки. Третье, найти, понять их характер, являются они точкой минимум или точкой максимум. Третий шаг. Выясни, какие стационарные точки входят в данный промежуток. Если данный промежуток входит точка минимума и точка максимума, то точка минимума – это минимум функции, а то на отрезке или… А мы, подожди, изначально ты… Какое вообще задание было? Найти что? Найти точку минимума… найти на минимальный… Наибольшее и наименьшее значение. Найти наименьшее и наибольшее значение, а вы не находите минимум и максимум. То есть в точке минимум наименьшее значение функции, в точке максимум наибольшее значение функции.
мы нашли то, что только одна точка максимума входит в промежуток, следовательно, точка минимума является на концах отрезка. Что за точка минимума? Ой, минимум функции. Наименьшее значение функции. У нас получилось то, что при f от минус 6 равняется 260, а при f от 0 функция принимает значение минус 2. И, следовательно, минус 2 это наименьшее значение функции. И, значит, f x равен минус 5 точка максимума. В чем здесь точка максимума? Максимальное значение. Наибольшее. В этой точке достигается... Наибольшее значение. Ну, это наибольшее значение функции. Ты подписываешь. Наибольшее значение на промежутке от минус 6. Вот ты подписал x равное минус 5. Это наибольшее значение функции? Спасибо, присаживайся. Итак, ребята, посмотрите. Вы хорошо поработали, предложили различные варианты. Значит, одна из групп предложила сначала схему и потом по ней исследовала, да? Другие сначала исследовали, потом предложили схему. То есть мы с вами от частного к общему пришли. Некоторые вот взяли сразу готовый алгоритм и от общего к частному двигались. Давайте посмотрим, совпадает ли ваше предложение с предложениями авторов нашей с вами программы. Итак, посмотрите. Да. Юля, вы действовали по подобному плану? Да. Да. Настя, ваша группа. Максим. Да, понял. Да. Хорошо. Итак, ребята, посмотрите, мы ставили с вами несколько целей. Давайте к ним вернемся. Скажите, пожалуйста, мы все цели, которые перед собой ставили, достигли, реализовали? Да. Давайте вспомним. Смотрите. Вывести алгоритм нахождения. Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке получили? Да. Получили. А вот этот пункт? Только что вспомнили. Значит, у нас что? Осталась вот эта цель не достигнутой. Мы ее с вами оставляем на следующий урок и дальше будем работать. Теперь есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, что нового вы сегодня на уроке узнали? Сеня. Были на алгоритме нахождения наибольшего и наименьшего значения функции. Скажи, пожалуйста, Сеня, тебе помогла работа в группе? Да. Помогла. Чем? Ну, узнал, собственно, как вместе с группами научился говорить. Научился уже? Ну, учиться. Учиться будешь. Хорошо. То есть пришел к этому говорю. Скажи, пожалуйста, Тимофей, тебе помогла работа в группе? Да. Помогла. Чем? Ну, я бы сам не догадался до такого решения. То есть вы совместными усилиями пришли к такой схеме. Хорошо, ребята, благодарю всех за работу. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. С вами получили только схему, но тем не менее мы будем учиться ее использовать. И первый шаг к реализации этой цели вы выполните дома. Смотрите, вот у вас. Если возникнут вопросы, то мы, естественно, их разберем на следующем вопросе. На следующем уроке. До свидания. Спасибо за урок. До свидания.